Просто та карма, которая проявляется, вы хотите уже большего, ее пока нет. Создайте намерение. То есть то, о чем вы думаете, как вы думаете, это будет формировать и вашу реальность. То есть вы жили в одном социальном слое, у вас была одна реальность, одни цели, вы к ним стремились. На полпути поняли, что в принципе эти цели уже не актуальны. А быстро изменить, как у большого корабля, курс сложный. Корабль продолжает двигаться в каком-то направлении, так и происходит чаще всего. Друзья, вот по поводу денег, я вам попытался объяснить, какие-то... Еще можно по поводу, вот к яме, там же есть непринятие того, Если у вас, вы самодостаточны, все прекрасно. Но что касается принятия даров, возможно, можно и рассмотреть с этой точки зрения. Когда вам хотят отдать свою негативную карму, можете ее не брать. Но опять-таки поймите, что яма не яма, ее тоже можно рассматривать под разными углами и получить разный результат. Ну, допустим, если человек там что-то потерял, вот я взял, сделал сюрприз, подарил такую же вещь человеку, а он испытывает дискомфорт, говорит, ну как-то мне неудобно, что мне делать, может, давай я тебе заплачу. Я говорю, не надо, то есть это что, ну как, с точки зрения того же принятия, непринятия. Ну, значит, возможно, вы потеряете какую-то вещь, вам точно так же возвратят, и вам будет немножко неприятно.